продолжаю заниматься мотоциклом. Сегодня я разбираю заднее колесо с целью менять диск. Вот такой новый красивый диск. Синие накладочки Motion Pro, чтобы не портить провода. Ну, после того, как сняли камеру, откручиваем спицы, ставим диск, ну, то есть, используем специальный ключ для спицы. Спицами готово, начинаем монтировать диск. Колесо готово, наполовину готово, остается его правильно затянуть и выровнять, но про это, наверное, будет отдельное видео. Дело в том, что я жду динамометрический ключ, чтобы закручивать спицы с правильным усилием. Я думаю, затяжкой спиц я займусь как раз, когда он приедет, в следующем видео. Ну, на сегодня все.